lie, I'm the last one to die. Ну что, товарищи, давно не виделись, а у нас есть хороший повод обсудить очень интересную и одновременно спорную тему. Это новые изменения от разработчиков под названием «Новая шкала прогресса». Тем, кто ее посмотрел и хоть немного понял ее суть, не очень-то и в восторге от этого. И я могу понять эти ваши недовольства. Ну давайте все по порядку. Но я по традиции попрошу вас подписаться на канал и жмякнуть мне лайк. В описании под видео, а также в комментариях, я всегда оставляю ссылку на мой Discord-сервер. Так что заходи в наше пати. Для тех, кто не в теме, я еще раз поясню то, что нам должны сделать в ближайшем будущем, а именно в течение 2 месяцев. На вашем экране вы видите еще пока действующую шкалу прогресса. Система очень проста. Играя, вы набираете очки опыта, которые вам открывают на каждом этапе оружие, роботы или просто какой-то ресурс. После чего вы его покупаете, если есть за что. Или наоборот, не покупаете. Или возможно, вы не хотите что-то покупать. Ну например плазму, оружие, или Rocket Mortar 8. И продолжаете играть дальше, собирая опыт. И таким образом, вы постепенно открываете всех доступных роботов и оружие. Но, скоро все кардинально изменится. Вот что нам хотят дать взамен. В этой шкале прогресса, что вы видели, оставят только ресурсы. А всех роботов и оружие, в том числе и донатных, насколько я понимаю, перенесут в новую шкалу «Прогресс по лигам». Как это будет работать? Продвижение по лигам будет осуществляться через прокачку оружия или робота. Чтоб перейти, например, с первой лиги во вторую, нужно будет получить нужное количество звезд. А для этого нужно повышать ранг роботам и оружию. А это не дешево, как вы понимаете, и без получения звезд вы никуда не перейдете. Вот это и не нравится многим игрокам, так как ресурсы достаются не очень легко, а прокачка стоит недешево. Так вот, звезды нужны для перехода в следующую лигу. Например, вы получили Ареса, он на 3-м ранге, и вам дали за это 3 звезды. Если вы прокачали его на 4-й ранг, вам засчитают еще 1 звезду. И так далее, вы должны собрать нужное количество этих звезд. Насколько я понимаю, у каждой лиги будет свое количество звезд. И оно будет идти по нарастающему. Сколько будет этих лиг, пока неизвестно. Но тем не менее, вам придется качать даже то, что вы не хотели бы. Это мне кажется одним из жирных минусов. Ведь, сейчас, вы сами выбираете, что качать, а что нет. А тогда ради перехода в высшую лигу, для получения игрового контента, нужно будет тратить ресурсы и качать то, что вы и не хотели бы. И это, я считаю, усложнит игру, в первую очередь новичкам. И тем, кто еще не открыл всю шкалу прогресса. Хотя с другой стороны, насколько я понимаю, будут открыты все роботы и оружие. И тем, кто дошел до края шкалы прогресса, будут иметь к ним доступ. Конечно, сейчас еще сложно судить про все детали этих нововведений. Поэтому, не стоит особо нагонять панику, дождемся релиза этой фичи. А тогда уже сможем реально оценить плюсы и минусы. Желаю всем хорошего настроения, заработать побольше ресурсов. Еще раз приглашаю в свой Discord.